Милашки, а, милашки, всем доброго-доброго вечера. Но вот эта милота прям не разли вода, парочка. Феюшка, тебе вообще замуж нельзя будет выходить. Даже за такого красавца. Нельзя. Тебе совсем нельзя. Тебе можно с ним только дружить. Да. И ты даже не подкатывай к ней. Ой, ножки моет она ему. Что за милота такая? Ну, тетя, сегодня ребенок пришел. Скажет, ты про кого там разговариваешь, рассказываешь про кого, да? Про кого ты там говоришь? Кайфуют они лежат. Кайфушки маленькие, маленькие кайфушки. Так кто еще пришел спокойной ночи говорить? Вот эта милота пришла тоже спокойной ночи говорить. Тоже сонный ребенок, да? Чечеловальный, маленький, сонный. Хоть и позевулька-позевулька, красивая мордулька, да? Так, а где у нас тетенька-слоник? Где у нас слоник? Где наш бегемотик? Где наш бегемотик? Вот он наш бегемотик. Вам лапкой машет и желает спокойной ноченьки, да? Бегемотик он такой большой. Теплый, мягкий бегемот. Такой вот бегемот. Сейчас тебя малышня затискает. Ты же любишь целоваться. Сейчас тебя все зацелуют. Маленькую такую ляльку. Маленькую, но самую большую, да? Так. А где у нас миленькая, миленькая Донечка? Донечка тоже хочет всем спокойной ночи сказать, да? Скажи, я тут спряталась в уголочке, чтобы меня никто не беспокоил. Скажи, они такие игривые даже ночью. Да вот оно уже идет. Чудо чудное, диво дивное. Да, мы всем желаем вам спокойной ночи, приятных снов. И пусть вам обязательно приснится что-нибудь очень и очень хорошее. И Милусинка пришла тоже всем спокойной ночи пожелать. Наша маленькая горная козочка. Да, потягушка, потягушка такая. Всех целуем, обнимаем и, конечно, доброй ноченьки желаем.